Да, что-то ей херово совсем. И Валерия хреново давление, а у Нивы, блин, наоборот, блин. Не, ну это серьезный мужик, сейчас все разошлись, тихо, 41 мегапиксель снимает, блин. Он сейчас задом заезжает. И зря тут встал, потому что он может сейчас по кругу поверху пойти. А я отпрыгну, не бзди, блин. Вот эта яма шикарная, вот еще одна. Да все, Валера, все! Яму ты рано же снимал. Валера, все! А, он закопать яму, понял, решил? Вот хитрожопый, блин. Все, Валера, все! Продавай! На Чапаевку едем! Сейчас мы еще посмотрим, как УАЗ тут переделает. Так, не надо, ты УАЗ тут пройдет спокойно, блин. Спокойно пройдет у вас. Офигеть. Вот так люди и гибнут, блин. Слышишь? Я в шоке, блин. Работает, да? Вот человек. Ты представляешь, блин, телефон. Валера хотел задавить. Сволочь. Садись. Песочка, он даже все снял. Это было покушение. Говори, что там. Что? Ну, сука, как ты? Я выехал. Брат, извини. Ну, понимаешь, у меня был вариант. Или остановиться и не выехать, или уже херять. Или задавить несколько друзей. Да, несколько. Подумаешь, сегодня столько людей на покатухе. На форуме что он написал? Я с тобой, сука, не поеду штурманом. Было такое? Было. Шо, да, он между строк читает, смотри, по-моему, этот лошар. А что, ты пол менял или что? Причем тут, сука, я не могу понять. Сейчас так, на телефон наедут.